Так, загудел подшипник на десятке УАЗ-2110. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали! Колодки живые? Живые, не отклеены, нормально. Что они там шоркало? Да. Подшипнику капец. Обойма там осталось. Все, подшипник, обойму вытащили. Все. Так, вытаскиваем штопорное кольцо. Все, выпрессовываем, ступицу стопор вытащили. Все, вытащили подшипник. Все, сейчас там все зачистить и будем запрессовывать новый. Так, все зачистили хорошенечко. Ставим новый подшипник. И за внутреннюю обойму нельзя запрессовывать подшипник. Будем запрессовывать старым подшипником за край, за наружную обойму. Все, посмотрели, все, сел до конца. Все, вставляем стопор и на место ставим. И вставляем стопор. Все, на месте. Нет, прям при мне это было. Вот все, сейчас приеду. Баба снимает. Да где такого еще дурака возьму? Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся. Все.